Дело было в канун дедов осенних. Она все плачет и плачет, плачет и плачет. Говорю я тебе, уймись, не тревожь мертвых. Не любят они, когда больше сроку по ним убиваются. Жизни моей нету без сыночка моего бедного. Хоть бы разочек еще повидать его, хоть одним глазочком. Ах, будь по-твоему, как раз осенние деды на дворе. Ступай на жальник, в полночь увидишь, как деды пойдут, сына своего высматривай. Дала ей маковолхитки с собой и велела рассыпать, как мертвых увидит, чтоб за ней, значит, не погнались. Ну, она и пошла. В эту пору, когда везде справляются осенние деды, мертвые особо близки к живым. Пришла она на жальник, стоит, ждет и видит. Идут, все идут, деды идут, бабки идут, парни, девки в венках свадебных. А после всех сын ее, Ярослав, ковыляет в рубашонке белой, да два ведра несет. А в ведрах тех слезы ее, коими она с утра до ночи умывается. Идет он бедненький, да приговаривает: чтоб моей матери так тяжко было на свете белом жить, как мне здесь ее слезы носить. Она с испугу: возьми да и ахни. Они как обернутся, как побегут на нее. Видят-то они ее не видят, а вот слышат, слышат. А еще носом чует запах крови живой. Ей бы маг-волхитку из узелка высыпать, они бы ее и не достали. Так нет, обо всем забыла дурная баба. Так после похода того и сгинула она со свету белого.